Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вчера у меня было коротенькое видео от Pandora Connect на Galaxy Watch 4 и на других смарт-часах, на Galaxy Watch 5 вернее. Оно установилось прекрасненько на мои часики, но проверить я его не мог, так как у меня нет такой сигнализации. Поэтому попросил подписчиков, которые бы установили и показали, как работает данное приложение. Вот один из подписчиков откликнулся, вернее не один. Несколько. Ну вот, одного из них выкладывают видос. Вот он открывает машину свою с помощью этого приложения, а также закрывает. Далее он показывает, как он заводит свой автомобиль и потом наоборот глушит тоже с помощью этого же приложения. Сейчас включит. Хлоп, все, отключилось. Вот такое вот приложение, и оно прекрасно работает. Сразу хочу вам сказать, что в Play Market вы его не найдете. Почему? Потому что это неофициальное приложение. Его сделал один из, так скажем, пользователей часов Huawei Watch 3 специально для вот этого человека, который этот видосик мне записал. Попросил он его, чтобы он адаптировал его более-менее. Обычное приложение для Android адаптировал для часов Huawei Watch 3 Pro в данном случае, но они подошли и на Galaxy Watch 5, короче, и работают и на Galaxy Watch 4, и на других часах Wear OS они будут работать, в том числе на Huawei Watch 4 и Huawei Watch 4 Pro. Где вы сможете скачать данное приложение и установить? Вот, пожалуйста, вот здесь оно у меня будет в новости. Подписывайтесь, кстати, классный телеграм-канал. Здесь очень много интересного. Также вот чат есть. В него вы можете перейти прямо с канала, задать, видите, какой-то нужный вам вопрос и получить оперативненько ответ. Также есть вот здесь каналчик такой, это SV-приложение. Здесь все выкладываются приложения, кастомные, любые другие, которых нет в Play Market или есть в Play Market, но они, допустим, недоступны в России, и сюда выкладываются, так скажем, модифицированные приложения. Но вот этот канал интересен только, но он платный, если что, и вот этот тоже платный. Ладно, дорогие друзья, проходите, скачивайте, дальше смотрите. Если вы не знаете, как устанавливать, просто открываете любое видео на моем канале. Идете в описание, вот здесь. И здесь, пожалуйста, вот, как установить приложение со смартфона, с ПК, как это сделать на Galaxy часах Wear OS, да, это Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, и как это сделать на Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, то же самое касаемо Watch 4 и Watch 4 Pro. Также, дорогие друзья, будет в описании видео ссылочка на Telegram вот этого человека, который сделал или адаптировал это приложение Pandora Connect для часиков. Возможно, вы сможете ему написать, попросить, чтобы он какое-то для вас приложение адаптировал. Естественно, но заплатите ему за работу, потому что каждый труд, он должен быть оплачиваемый. Ну а вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-каналы и на мой канал конкретно. Пока!